Итак, во-первых, когда мы играем перебором, надо понять, какие пальцы за какие струны отвечают. У пальцев есть как бы своя ответственность. Каждый палец отвечает за свою струну. Большой палец, он обычно отвечает за шестую, пятую или за четвертую. Он отвечает сразу за три струны. За шестую, пятую, четвертую. Обычно. Потом, указательный палец отвечает за третью струну. Средний палец отвечает за вторую струну. И безымянный палец отвечает за первую струну. Вот давай ты поставишь сейчас пальцы так, чтобы каждый палец был на своей струне. Давай, ставь. Большой палец на шестую, пусть будет шестая струна. Левая рука нам, кстати, не нужна, левую руку убирай. Просто пусть она где-нибудь будет у тебя. Значит, шестая струна – большой палец. Третья струна – указательный, потом средний и безымянный. Поставила? Давай только ты сядешь перед экраном так, чтобы я видел все твои пальцы и все твои струны. Сядь так, чтобы я видел всю твою гитару. Итак, вот у тебя пальцы на струнах. Поставь их и не двигай пока. Поставь, не двигай. Теперь давай играем большим пальцем шестую струну много раз. Вот так. Остальные пальцы не двигай. Да, причем старайся рукой не двигать, только большим пальцем. Молодец. Так, теперь опять все пальцы верни на струны. Верни все пальцы на струны. Большой палец пусть замрет на шестой струне. И теперь мы дергаем третью струну указательным пальцем. А остальные пальцы не двигаем. Не двигай, не двигай. Верни средний палец на вторую струну. Я средний палец снял. Средний палец у нас летит. Средний палец верни на вторую струну. Вот. Хорошо, теперь верни палец обратно на струну и теперь дергаем вторую струну средним пальцем. Только средним пальцем, да. Остальные не двигаются. Давай. Только один струн. Молодец. Еще. Надо что-то. Должен двигаться. Я вас не слышу. Слышишь? А, просто вы... Это потому что ты играла. Хорошо, теперь верни все пальцы опять на струны, как они должны быть. Поставь все пальцы на струны. Дергаем только безымянным пальцем. Да, остальные. Молодец. Так, теперь смотри, еще раз. Еще раз поставь пальцы все обратно. Поставь пальцы обратно. Поставь пальцы обратно. Начинаем опять шестую струну большим пальцем. Теперь указательным пальцем третью струну. Да, теперь средним пальцем вторую струну. Безымянным пальцем первую струну. Последний раз. Большим пальцем шестую струну. Указательным пальцем среднюю струну. Средним пальцем вторую струну. Пальцем на место. Пальцем верни. Средним пальцем первую струну. Молодец. Вот это то, как мы стандартным образом ставим пальцы на гитару. Запомнила? Какой палец за какую отвечает? Отлично.